1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3.
Бір екі штук 5 салып кетеді ол ғой.
Слышь? Короче, смотри. Ты ведешь. Вы работаете крест-накрест с Даником. Да, Вован, куда ты повернут, ты там ловишь свое. В общем, когда они играют, берешь рост. Когда пауза, сразу укрупняешься, ну, плавненько, все нарезано. Потом, когда они готовятся, допустим, ну, вот, мяч набивают, когда вот, начинаешь вот, с ног там и поднимаешься. Когда они что-то, ну, вот она ожидает, наклонились в позе ожидания, ракетки крутят, там, с рук, короче, на лицо, крупное лица берешь. Вот такие технички нужны. Как только начали играть, сразу в рост и водишь их. Тоже можно, если красиво. Только не тайскую. Да. Короче, красивые крупнички, когда вот ожидание, пауза. Чтобы попиздеть, нажимаешь талии. Вернее, не талия, а толк. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Один эксперт. Спонсор спортивных эмоций. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Армстар, құрметті спортшыларына сын көрмейдері, Астана қаласында кеше басталған BTV Women's 40 турнирінің бүгін екінші жарыс күні, және бұл жарыс күнде біз негізгі айналымда ойнайтын бүкіл ойыншыларды 32 қатысушыны анықтаймыз. Осы турнирде Учижима жапониялық теннисші бірінші нөмірмен ойнаса, екінші нөмірмен Сюй Джок Джанг Корея еліне келген теннисші, және де одан бөлек біздің қазақстандық теннисшілерге де біз жанкүйер боламыз. Оның ішінде Анна Данилина, Гонзага Айнитдинова, Аружан Сағындықова, Жібек Құланбаева секілді жас қыздарымыз өнер көрсетеді. Ал бүгін бізде қазір дәлірек айтсақ, іріктеу ойындарының финалы. Қайтқан теннисші енді негізгі айналымға жолдама алады. Квалифайер ретінде Йока Окамура, Жапония елінің теннисшісі, және Ксения Лоскутова арасындағы ойын. Міне,
Ксения Лоскутова, ресейдин келген азаматша, жасы 26-да. Және де оның жаңағы рейтингісі 49 емес. Енді бұл жоғары рейтингте болса, бұл қызымыз негізгі айналымның екінші кезеңінен бастаушы еді. Лоскутова кеше жартылай финалда біздің қазақ қыздарды қапы қалдырған. Оның ішінде бірінші ол орталық құртта ойнаған және Лоскутова Альбина Кокенованы ұтқан еді. Окамура болса Нидерланд елінен келген жасмин Гибрелді кеше 2-0 есебімен оңай ұтты. Оның жасы 27-де әлемдік рейтингте қазір 281-ші орында, бірақ бұл 281-ші орын жыртқысындағы оның рейтингісі болып табылады. Осы ойын алдында енді жалпы негізгі құрам ойыншылармен тілдескенбіз, жеребе болған. Сол жеребеде кеше кім-кімен ойнайтынын белгілі болған. Сына Маденич секілді атақты теннисшілер де бар бұл жерде. Сондықтан да өте қызықты турнир бұл турнирдің жалғасы да болады. BTV-іміз 60 келесі аптадан бастап сол екі турнирді да Спорт телеарнасы сізге эфирде көрсететін болады. Сондықтан осыларға демеушісі Бриксбет компаниясы чемпионға арналған пәтер тамаша акциясын жариялайды. Бриксбет компаниясымен бірге чемпион бол да Алматының орталығында жап жаңа пәтер кілтін ал. Енді сіздермен бірге тамашалайтын сұрақтар бар. Qualifying second round match, best of three tiebreak sets. To the left side of the chair, Kyoka Okamura. To the right side of the chair, Ksenia Lascutova. Lascutova won the toss and elected to receive. Армысыздар, құрметті Инспорт телеарнасының көрермендері, біз сіздермен бірге Астана қаласында өтіп жатқан BTV Women's 40 турнирінің екінші жарыс күніне ораламыз. Бүгін іріктеу ойындарының финалдары. Хай ұтқан теннисші негізгі айналымға жолдама алады. Жалпы негізгі айналымда 32 теннисші бар екенін де айта кетейік. Сол 32 теннисші ішінде біздің 4 қазақстандық жас қызымыз да бар. Олар туралы біз әрине міндетті түрде негізгі айналым басталғанда айта жатармыз. Ал бүгін міне Кёка Окамура мен Ксения Лоскутова арасындағы ойын назарымызда. Бұл екі қыз кеше өз ойындарын өткізген және өте жақсы ойнаған. Екеуі де жартылай финалда іріктеу сындарында 2-0 есебімен қарсыласын ұтқан болатын. Спорт эмоцияларын бас демеушісі Бриксбет компаниясы чемпионға арналған пәтер тамаша акциясын жариялайды. Бриксбет компаниясымен бірге чемпион болды. Алматының орталығындағы жап жаңа пәтердің кілтін ал. Бұл ойын бізде басталуға дайын. Әдеттегідей микрофон алдында мен Эльдар Аманбаев және мен әріптесім Андрей Пак. Бұл өте қызықты турнирді біз сіздермен бірге тамашалаймыз. Бүгінгі жоспар бойынша бізде 4 ойын өтеді. Әдеттегідей бірінші кортта ол Кёка Окамура мен Ксения Лоскутова арасындағы өте қызықты ойын. Одан кейін
Юлия Хатука готовка деп те айтсак болот, Юлия Авдеева мен бақ сынасады, және одан кейін өте қызық ойын біздің Гозаль Айнутдинова, Екатерина Маклакова мен Екатерина Макарова мен Анастасия Захарова мен жұптықсында ойнайды. Бұл негізгі айналымның ойындары, және де соңында Асылжан Арыстанбекова мен Ая Нұппай біздің қазақстандық екі жас қыз, Виталия Дьяченко мен Анастасия Тихонова мен жұптасып ойын көрсетеді. Және осы енді ойындарда біз сіздермен бірге біздің жас қыздарға жанкүйерлік етеміз. Ал қазір допты бірінші болып, бірінші киімде доп Киоко Окамура қосады. Жалпы осы квалификацияның іріктеу сындарының үшінші ракеткасы болып саналады. Киоко Окамура және Ксения Лоскутова арасындағы ойын өте қызық болайын деп тұр. Осының алдында екі теннисші бір-бірімен кездеспеген. Жалпы енді статистикаға қарайтын болсақ, Киоко Окамураның басы жалпы көрсеткен көрсеткіштері өте жақсы, бірақ міне бірінші допты ойынға түсу сәтінде ұпай бөлісу сәті және бірден қателіктен бастады. Окамура 0-15, бұл қосарланған қателік. Окамураның енді бір мығым жойқын соққысы жоқ, сондықтан да бүгін осы ойында брейктер өте көп болатын сияқты. Әлі қобалжуда Киоко. Тағы да қателесті. Үшінші рет қателесіп отыр Киоко Окамура. Ой, тамаша, қандай дропшот, қандай қысқартылған. Керемет соққы, бұл соққыға Лоскутова дайын болған жоқ. Есептенесі осылайша, керемет винерс 15-15. Аут, бұл жерде доп тиген жоқ алаңға. Есеп 15-30. Қайтадан қателесті Киоко Окамура. Кешегі ойында Киоко осы бірінші кортта өнер көрсеткен Жасмин Гимбрерге қарсы ойында 2-0 есебімен ұтқан. Ал Лоскутова болса орталық корта Альбина Кокенова қарсы ойын өткізіп 6-0 есебімен біздің жас 14 жастағы қызымызды оңай ұтып кеткен. Есеп өзгерді. Тамаша соққы. Аут, бұл жерде енді Ксения қателесті. 40-30. Геймбол. Бұл турнир аяқталғаннан кейін BTV Women's 60 осыған құсайтын турнир басталады. Бұл турнирге де осы екі қыз қатысуы әбден мүмкін. Қателік және гейм осылайша Окамура 1-0 есебімен осы ойында алдыға шықты. Бірінші гейм аяқталды. Әзірше брейк пойнттар жоқ. Және екінші геймде осы Ксения Лоскутова допты ойынға қосады. Ксения Лоскутова to serve.
Доброе утро, уважаемые любители тенниса Казахстана. Телеканал «Инспорт» продолжает серию прямых трансляций из Национального теннисного центра в Астане, где проходит в эти дни турнир категории ITF BTV Women's 40. Мы с вами на первом корте. Второй день квалификационного турнира. Напоминаю, по регламенту турниры данной категории начинаются с квалификационного раунда. То есть спортсменки, которые борются за право попасть в основную сетку турнира. Так вот, сегодня второй день квалификации. И на корте у нас первая пара. Наша старая знакомая. Вчера мы смотрели ее матч. Киоко Окамура из Японии. И ее соперница Ксения Лоскутова, представляющая Россию. Ксения как раз сейчас на подаче. Киоко Окамура поменяла наряд свой теннисный. Сегодня совсем в других цветах. Я бы даже сказал, более элегантно выглядит сегодня Киоко по сравнению со вчерашним днем. Ни в коем случае не хочу сказать то, что вчера она выглядела плохо. Замечательная, очень симпатичная японская девушка и отличная теннисистка. Вчера в матче первого раунда квалификации Киоко встречалась с Ясмин Гамбрер из Нидерландов. Ну и чисто на классе, можно сказать, разобралась она со своей молодой оппоненткой. Два сета словно под копирку провела Киоко, спокойно сделав по брейку в каждом. И обеспечила себе достаточно легкую победу. Как-то будет сегодня складываться этот матч, покажет игра, потому что соперница сегодня у Киоки гораздо более опытная, как минимум. Ксения Лоскутова из России. Это ее первый турнир в этом году. 26 лет Ксении. И она вчера во встрече первого раунда встречалась с нашей соотечественницей Альбиной Кокеновой, обладателем Wild Card. Ну, к сожалению, Альбина не смогла составить конкуренцию Ксении. Две баранки она получила. 0-6-0-6. Но, тем не менее, может себе занести этот матч в актив. Молодая казахская теннисистка. Именно в таких матчах и куется характер, воля и мастерство, необходимые все составляющие для успешной дальнейшей карьеры. Ну а героиня сегодняшнего первого матча второго дня турнира BTV Women's 40 Ксения Лоскутова и Киоко Окамура. Теннисистки достаточно опытные, 26 и 27 лет им, соответственно. Они примерно в одно время начали играть в теннис, они примерно в одно время начали выступать в ITF-туре. Обе лавров больших не снискали пока в своей карьере. У Ксении в прошлом сезоне есть два титула. Оба были выиграны в Анталии. Я говорю сейчас о ITF-туре, конечно же. Киоко Окамура тоже имеет титул в прошлом сезоне на грунте. Так вот, Киоко уже проводит свой третий, по-моему, турнир в этом году. И она, естественно, уже более подготовленная в плане того, что она уже вошла в сезон, она уже испытала вот это вот чувство. То есть я говорю сейчас чисто о психологии. Знаете, теннис же цикличный вид спорта, поэтому как бы каждый новый сезон — это начало нового цикла, и очень важно, как ты входишь в этот сезон. Так вот,
Киёко Накамура уже проводит свой, по-моему, 7-й матч в этом году. Отрицательный баланс у нее пока побед и поражений, но тем не менее она уже в этот сезон вошла. Для Ксении Лоскутовой это первый турнир. И вот на корте сейчас, да, и на счете как раз складывается такая ситуация, которая отражает вот это вот положение дел. Киёко просто раньше вошла в игру. Ксения еще отстает. Накамура енді тек қана өзінің соққыларын ұтып, бірінші сетті аяқтауға жақсы мүмкіндік алады. Бір брейк ұпайы бар Киёкода. Торға шықты және бұл жерде Лоскутова қателесіп отыр. 30-15. Накамураның төртінші геймдегі алғашқы ұпайлары. Енді өзі өте керемет комбинация таңдаған екен. Сол комбинация өз жемісін берді. Қайтадан допты дұрыстап отыр, бойынға қосу керек Ксения Лоскутоваға. Аут 40-15. Бұл жерде Акамура. Допты алаңға бағыттай алмады. Үлкен аут. 40-15. 2-1 геймбол. Және сол 2 геймболдың біреуін Лоскутова пайдаланса, онда осы ойындағы алғашқы геймін ұтып алады. Орыс қызы. Акамура өте көп қателесті бұл геймде, есеп айырмасы бізде қысқарды. 3-1. Әзірше бір брейк басымдылығымен Жапония елінен келген теннисші Киёко Акамура есеп басымдылығына ие. Орталық кортта бізде Пророжова және Овчаренко арасындағы өте қызықты ойын. Бұл да іріктеу ойындардың финалы. Жалпы енді 32 теннисші негізгі айналымда қатысады. Сол 32 теннисшінің бірінші ракеткасы осы Акамураның отандасы Учижима. 15-0. Бұл жерде бэкэндтен Лоскутова Ксения қателесті. Бұндай қателіктерге жол бермеу керек. Өте тамаша соққы және қазір бұл жерде кішкентай бір басымдылыққа Акамура ие болатын анық. Қорғаныста әзірше Ксения. Ең бір тартысты ұпай бөлісу сәті. Және бұл жерде қайтадан қателік жасап отыр Лоскутова. Өте көп қателік жасауда Ксения бірінші сетте, және егер өзінің ойын өзгертпесе, жақын арада есеп 4-1 болады.
Міне, өте жақсы. 30-15 есеп айырмасы қысқарды. Негізі Акамураның бірінші соққысы немесе екінші соққысы тым әлсіз болса, бірден шабуылға Ласкутова көшеді. Және сол кезде Акамураның қорғанысы сыр береді. 30-15 әлі кішігірім бір артықшылық бар. Ойынында қарсыласына қарағанда Акамураның сол басымдылықты қазір пайдалану керек қой. Қайтадан Бэкхенд. Жалпы бүгін Акамурада, Ласкутовада Бэкхендтің өте көп қателесіп отыр. Бұл соққы енді жақсы шықпауда, жалпы айтқанда, 30-30 есептен. Қайтадан бірінші соққы. Қателесті Ласкутова 40-30 геймбол. Енді бір ұпай ұтса Акамура есепті 4-1-ге жеткізеді. Геймбол. Екінші соққы. Және де гейм. Құрметті көрермендер, осылайша бізде есеп 4-1-ге өзгерді. Акамура алды да. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Он без тенель. Мне это жахса бастады. Вот алтынчы геймді Ксения Ласкутова. Енді осы турнирдің бас фавориттерінде айта кететін болсақ, менің және Андрейдің ойынша бұл әрине Кристина Младенович, Франция елінен келген теннисші және Учижима. Бұл енді Японияның теннисшісі, былтыр Тамирис челленджер өткен Астанада жазда. Сол кезде өте жақсы өнер көрсетіп финалға дейін барған. Қазір жапониялық теннисші әлемдік рейтингде 123-ші орында. Одан бөлек тағы да кімді айта кетейік, Виталий Дьяченко, Ресей елінің теннисшісі, қазір 185-ші орында. Анастасия Тихонова бар, одан кейін Хорватия елінен келген Тара Вюрт, кореялық Нали Хан,
міне осы қыздарды айта кетсек болады. Әрине және Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова қазір әлемнің ондығына кіретін теннисшінің сіңлісі, бұл турнирде де бақ сынайды. Және де біздің қыздар вайлдкард арнайы шақырту алған Жібек Құланбаева қазір әлемдік рейтингте 448-ші орында, Аяжан Сағындықова әлемдік рейтингте 1182-ші орында, Гузаль Анютинова 505-ші орында және Анна Данилина 541-ші орында. Мен ақпаратым бойынша Анна Данилина осы турнирге ғана қатысады осы аптада, ал келесі аптада Америкада мастерс турнирі Indian Wells басталады, сол жерде енді Анна Данилина жұптық сында өнер көрсетеді. Ал Андрей Синойын ойынша бұл турнирдің басты фавориті кім? Да, абсолютно, абсолютно с тобой согласен, Эльдар. Ну, а на корте у нас на подаче Киёко Окамура. Пятнадцать ноль. Повела японка на своей подаче. Напомню, 4-2 с брейком впереди. Киёко Окамура. Преимущество свое в основном японка обеспечила за счет того, что более рано вошла в игру. Ксения немножко запоздала с этим элементом, поэтому с брейком уступает россиянка пока. По 15 сравнивает счет Ксения на подаче соперницы. Мой коллега Эльдар Манбаев только что спросил меня, кого я считаю фаворитом этого турнира. Безусловно, это для меня Кристина Младенович. Я вчера посмотрел ее тренировку. В великолепной просто форме находится эта известная теннисистка. Напомню, девятикратная обладательница турниров «Большого шлема», правда, в парном разряде, но тем не менее. Крупным планом Ксения Лоскутова на наших экранах. 30-15 на подаче Окамуры. Так вот, я продолжу свой рассказ о Кристине Младенович. Очень редко можно встретить на турнирах такого уровня звезд такого ранга. Вот поэтому, конечно же, я считаю ее фаворитом этого турнира. Но на таких турнирах очень часто бывают сенсации. И обе участницы нашего сегодняшнего матча в состоянии их как раз произвести. Посмотрим. Вначале нужно попасть в основную сетку соревнований BTV Women's 40. Напоминаю, победительница сегодняшнего матча, это второй раунд квалификации, выходит в основную сетку соревнований. У Киёко Окамуры пока получается лучшая игра. 40-30 на ее подаче. Неужели попал этот мяч Киёко? Да. Абсолютно точно в линию. Недовольна Ксения. Конечно же, ей показалось, что это был аут, но бэкхенд в исполнении Киёко Окамуры был безупречен. Хотя там и сетка сыграла на стороне Ксении Лоскутовой. Но не помогло это россиянке. 5-2. Более чем комфортное преимущество имеет японская теннисистка. Первый сет. Ксения Лоскутова уступает пока практически вчистую.
Вот он, этот бэкхенд. Знаете, в замедленном повторе мне тоже показалось, что там был аут. Но на турнирах категории ITF у нас нет Hawkeye. Время, говорит судья. Спасибо режиссеру за повтор. Нет, вы знаете, однозначно зацепил мяч линию. Как минимум полмяча было на линии. И браво еще раз Киоко Окамура. А Ксения Лоскутова, если хочет побороться еще в первом сете, должна забирать свою подачу сейчас. ...2-5 уступает россиянка пока в первом сете. Первая подача не прошла. Вторым мячом подает Ксения. Ай-яй-яй, сорвала форхенд. Невынужденная ошибка. И 0-15. Мощная первая подача в этот раз удается Ксении Лоскутовой. Не справляется с приемом Окамура. 15-15. Окамура срывает прием далеко не самой сложной подачи Ксении Лоскутовой. Понимает все японская теннисистка, что грубо ошиблась. Хорошо задумала Киоко Окамура. Пыталась она мощно прострелить по линии и обвести вышедшую к сетке Ксению. Но в сетку угодил мяч. 40-15. И отличный форхенд обратным кроссом с хавкорта завершает гейм в пользу Ксении Лоскутовой. Сокращает разрыв в счете россиянка. 3-5 в первом сете, но Киоко Окамура подает на сет. Весь body language Ксении говорит о том, что готова она побороться еще в первом сете. Серьезно настраивается на розыгрыш. Ксения, посмотрим, к чему это приведет. Важнейший гейм. Сорвала бэкхенд Ксения Лоскутова. Проиграла она эту перестрелку мощными ударами с задней линии. 15-0. Окамура повела. На сет подает японка, напоминаю. И вновь затеяла перестрелку этими вот мощными ударами с задней линии, с форхенда, из бэкхенда. Пыталась Ксения раскачать свою соперницу. Но в итоге решающий удар отправила в коридор. Немножко не угадала она с выбором угла для своей атаки с бэкхенда решающего. 30-0. Окамура пока уверенно
идет на своей подаче. Ксения заметно добавила агрессии в свою игру, но результата пока это не приносит. Ну вот и сорван прием. Опять же с бэкхенда ошибается Ксения. В этот раз по линии, прошу прощения, по длине. 40-0. Не испытывает проблем Киоко Окамура в первом сете. Я бы все-таки списал это на то, что Ксения еще не совсем вошла в игру. Я уже упоминал ранее, что это первый турнир для Ксении. Это всего лишь второй матч в этом сезоне, в отличие от ее соперницы, которая уже играет третий турнир. Окамура забирает под ноль. Гейм на своей подаче, а вместе с ней и первый сет, с чем мы ее и поздравляем. Впереди нас ждет второй сет, мы уходим на короткую рекламу. Құрметті көрермендер, бізде екінші сет басталды. Ксения Лоскутова допты ойынға қосты және бірден эйспен. Өте тамаша. Бірінші соққы және есеп 15-0. Бірінші сет 6-да 3 есебімен аяқталған. Бұл сетте Киоко Окамура жеңіске жетті. 15-15. Форхендтен қателесіп отыр. Лоскутова. Мопанай хавкортқа келген допты аутқа бағыттап отыр. Ал бұл жерде екінші соққысы мен допты ойынға қосады және қосарланған қателік. Міне, егер бұл гейм эйспен басталса, қосарланған қателікпен жалғасты. 15-30. Қазір Лоскутоваға өзін соққыларын ұтылуға болмайды. Егер брейк жасаса Окамура, онда бұл басымдықты бере қоймас. 30-30. Бірақ міне қайтадан бірінші соққы көмектесті Ксения Лоскутоваға. Есептен 30-30. Өте маңызды гейм Лоскутова үшін, сондықтан да бұл жерде бірінші соққының маңыздылығы өте жоғары. Өткен жоқ. Екінші соққысымен допты ойынға қосады Ксения. Аут. 40-30 геймбол. Мне енді Ксения қатарынан 2-1 ұпайды отты. Енді Окамура да тәуекелге барып қазір екінші соққыны қатты артқа аймаққа қайтарам деген ойы жүзеге аспады.
Ал қазір болса есепті теңестіру керек. Өте ыңғайлы жағдай, өткен екінші соққы Ксения Лоскутовада. Қобалжуда Ксения. Тез, е, бірінші сет бізде 6-3 есебімен Накамура пайдасында. Шешілсе, енді екінші сетте Ксенияға ұтылуға болмайды. Аут. 1-0. Міне, осылайша Ксения Лоскутова. Екінші сеттегі бірінші геймді ұтып, осы ойында жалпы бірінші рет есеп басымдылына ие. Спорт эмоцияларын бас демеушісі Бриксбет компаниясы чемпионға арналған пәтер тамаша акциясын жариялайды. Бриксбет компаниясымен бірге чемпион болды, Алматының орталығындағы жап және пәтердің кілтін ал. За наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Продолжается прямая трансляция телеканала InSport. Мы все там же, на первом корте в Национальном теннисном центре в Астане. Второй сет. Киоко Акамура на подаче. Хорошая первая подача. Проходит у японки. Не справляется с приемом Ксения. 15-0. Браво, Киоко Акамура. Все правильно делала в этом розыгрыше японка. Полномерно раскачала она свою соперницу по задней линии. И заставила в итоге ошибиться. Ксении нужно срочно что-то предпринимать в настройках на этот матч. Потому что пока он однозначно складывается не в ее пользу. 6-3 уступила она первый сет. Поэтому для продолжения борьбы нужно как минимум забирать второй. Но начала она его за здравие. Выиграла она гейм на своей подаче. Сейчас на подаче Киоко Акамура. 30-0. Вот абсолютно невынужденная ошибка снова. Не самая сложная подача у Киоки Акамуры. Но, тем не менее, Ксения уже не первый раз срывает прием. И это вновь было с бэкхенда и вновь по длине. 40-0. Не может прибиться никак к корту, такое впечатление. Ксения. Но будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время, иначе очень сложно будет бороться россиянке с Киоко Акамурой. В великолепной форме японская теннисистка, что она и во всей красе демонстрирует на корте. 1-0. Прошу прощения, конечно же, 1-1. Сравняла счет японка во втором сете. Только что говорилось, что первый гейм второго сета остался за россиянкой. Итак, 1-1. Ксения Лоскутова на подаче. И вновь срывает
свой бэкхенд, Ксения, не идет сегодня этот элемент. У россиянки несколько уже ударов очень важных, и все по длине. В аут улетают мячи. Нужно срочно корректировку сделать в прицеле своем Ксении Лоскутовой. И даже по body language Ксении мы видим какую-то такую нервозность, что ли. Неуютно себя чувствует россиянка на корте почему-то. Ну, конечно же, Киоко Окамура к этому свою руку приложила. Out. Вот настала и очередь японки ошибиться. С форхенда в аут посылает она мяч. Тяжело дается каждый розыгрыш Ксении Лоскутовой. По выражению лица видно. Очень напряжено оно. Сейчас все было сделано хорошо. Классическая комбинация, мощная первая подача. Прием на хавкорта, выход к сетке. И мощнейший смеш. 30-15 повела Ксения. Вновь с форхенда ошибается Киоко Окамура. В этот раз в попытке перевести мяч обратным кроссом с форхенда. 40-15. Близка Лоскутова к тому, чтобы выйти вперед во втором сете. Вторым мячом подает Ксения. Как же мощно принимает вторую подачу россиянки Киоко Окамура. 40-30. Мощнейшая атака с приема удалась Киоке. Без шансов для Ксении сыграть в защите этот мяч. 40-30. В этот раз все правильно задумала Киоко Окамура. Вновь мощно атаковала она вторую подачу соперницы. Но немножечко ошиблась в коридоре. Опустился мяч. 2-1. Россиянка повела во втором сете. Напомню, психологическое преимущество на стороне японки. У россиянки нет права на ошибку, так как первый сет она уступила. Екінші сет бізде жалғасуда. Ксения Лоскутова мен Окамура арасындағы ойында қазір есеп 2-1. Әзірше брейк екінші сетте болған жоқ. 6-3 есебімен
Принципте басым болған осы жапон теннисшісі қазір 4-ші геймде допты ойынға қосады. Енді есепті теңестіру керек. Қазіргі мақсат осы. 15-0. Акамура есепте алдыға шықты. Енді Ласкутова қазір брейк жасауға барын салуы керек. Оған осы сетті ұтылуға болмайды. Ұтылса онда BTV Women's 40 турнирі ол үшін аяқталады. Астанада қатарынан 2-1 дейін. Мәртебелі турнир қыздар арасында өтеді. Осы жерде енді рейтингілік ұпайда. Қомақты қаражатта ұтып алуға болады. Бірақ ол үшін негізгі айналымға шығу керек. Негізгі айналымға осы ойында тек бірақ спортшы шығады. Және осы негізгі айналымға жақын спортшы аспан асты елінен келген Акамура. Бірінші сетте 6-3 есебімен 10 ай жеңіске жетті деп те айтуға болады. Қазір есеп 30-0. Асыра алмады. Бойынан Акамура Ласкутова 3-1 гейм бол 40-0. 4-ші геймде оны әрі жылдам Акамура есепті теңестіруі мүмкін. Бұл ойын 54 минут жалғасуда. Және 1,5 сағат төңірегінде бітіп қалуы мүмкін, егер Ласкутова қазір екінші сетте ұтпаса. 2-2 осылайша міне Акамура қарсыласына 1-1 ұпай бермей өз соққыларын ұтып есепті теңестірді. Енді 5-ші гейм, маңызды гейм. Осы бір 5-ші геймге дейін де бір брейк көрдік бірінші сетте. Сол брейк 4-ші геймде орын алған. Одан кейін қарсыластар өз соққыларын міндетті түрде ұтып алған. Бұл үрдіс екінші сетте де жалғасуда. Міне 4-1 гейм көрдік сізбен екінші сетте. Және бұл 4 геймде де 1-1 брейкпойнт болған жоқ. 1-1 брейк болған жоқ. Мүмкін 5-ші геймде көріп қаламыз. Себебі Ласкутованың қазір қосарланған қателігі. Және Акамура 0-5 есебімен алдыға шықты. Қайтадан екінші соққысымен бағыттады. Ал бұл жерде міне Акамураның өзі ұпайды сыйлады қарсыласына. Есептенесті 15-15. Абай болу керек. Әрине Ксения Ласкутоваға бір брейк қазір бүкіл ойынды өзгертіп кетуі мүмкін. Абай болу керек. Біріншіден Ксенияға аут 30-15 міне. Бірінші нөмірмен ойнаған Ксения Ласкутова қазір өзінің мықты форхенд арқылы есепті өзгертті. 30-15. Екінші соққа. Және қайтадан қосарланған қате. 30-30. Осы Акамураның 2-1 ұтқан ұпайы осы геймдегі қарсыласын жасаған қос қателігінен кейін тіркеліп отыр. Абай болу керек Ксенияға. Ал міне енді қазір тамаша. Қазір енді соққысы айтарлықтай өте жақсы. Мақты және есеп өзгеріп отыр. Гейм бол. Қысқартылған топқа Акамура жетті және өзі қысқартылған топты жіберіп есепті теңестірді. Тамаша. Winners қарсыласының тактикасын өзіне қарсы
қолданып, есепті теңестірді. Жапон теннисшісі. Мүмкін қазір брейкпойнт болады. Жоқ, бұл жерде сәттілік жетіспеді және шеберлік тек кішкене жетіспеді Акамураға. Геймбол. Қыл үстінде тұрған Ласкутова. Қазір қайтадан есеп басымдығына ие болды. Және 3-2. Құрметті көрермендер, осылайша Ласкутова қайтадан 3-ші рет 2-ші сетте есепте басым. 3-2. За наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Время, говорит судья, выходить на корт теннисисткам. Очередь Киоки Акамуры защищать свою подачу. В роли догоняющей оказалась во втором сете японка. 2-3, пока она уступает Ксении Лоскутовой. Вновь с форхенда по длине ошибается Киоко Акамура. Если у Ксении Ахиллесова пята это ее бэкхенд, то вот Киоко Акамура уже несколько раз подряд допустила промах с форхенда. И по длине обе теннисистки ошибаются. 0-15. К сожалению, в коридор отправляет мяч Ксения Лоскутова. Пыталась она обратным кроссом обвести Акамуру. В этот раз не получилось. 15-15. Давайте поблагодарим оператора за отличную работу. Крупным планом Киоко Акамура на наших экранах. 15-15 на подаче японки. В этот раз все было отлично. С форхендом у Киоки Акамуры обратным кроссом вколотила она мяч именно туда, куда нужно было. Идеальный угол для своей атаки выбрала Киоко Акамура. 30-15 повела она на своей подаче. По 30. Своей агрессивной игрой с задней линии Ксения Лоскутова вынудила ошибиться Киоко Акамуру. 30-30. Ксения настроилась на борьбу за свой брейкпоинт в этом очень важном гейме.
посмотрим, согласится ли с этим Киоко. Нет. Мощная первая подача. Сжатый кулак, камон. И 40-30 на табло. Это все о Киоки Акамуре. От троса в аут улетает мяч, поэтому вторым мячом подает Киоко. Аут. Ксения Лоскутова сравнивает счет на подаче японской теннисистки. Два раза была на грани Ксения. Два раза мяч касался троса во время этого последнего розыгрыша. Но оба раза на стороне россиянки сыграла сетка. И ровно продолжает борьбу за свой брейк Ксения. Вошла в игру, видно, россиянка. Это уже не та Ксения, которую мы видели в первом сете. Сократилось значительное количество невынужденных ошибок. И мы видим теперь абсолютно равную борьбу на корте. Аут. Вот и долгожданный брейк. Сможет ли Ксения реализовать с первой попытки свой брейкпоинт? Очень интересно нам сейчас будет посмотреть. А для Киоки Акамуры очень важно сейчас подать первым мячом. Справится ли со своей задачей японка? Нет, это был аут. Судья линейный. Промолчал, а вот судья на вышке зафиксировал. Он главнее. Вторая подача и брейкпоинт у Лоскутовой. Брависсимо. Брависсимо. Знал я, что будет атаковать вторую подачу японки Ксения Лоскутова. Но эта атака с форхенда обратным кроссом настолько была мощной, что даже не дернулась Киоко. И делает брейк. Реализует. С первой попытки Ксения Лоскутова во втором сете. Серьезно настроена россиянка. 4-2. Повела она во втором сете. Ну, сочтем это за недоразумение. Двойная ошибка в исполнении Ксении Лоскутовой. 0-15. Ой-ой-ой-ой-ой. Киоко Акамура. В абсолютно безобидной, выигрышной для себя ситуации допускает ошибку, позволяя Ксении сравнять счет на своей подаче 15-15. 30-15 в этот раз первая подача помогает Лоскутовой. Очень слабая подача, вторая у Ксении. Постоянно проблемы у нее на второй подаче, потому что Акамура
конечно же, использует эту ситуацию в свою пользу, постоянно старается атаковать на вторую подачу россиянки, и очень часто у нее это получается. 30-30. В этот раз подала первым мячом Ксения. И в одном шаге она от того, чтобы повести во втором сете со счетом 5-2. 40-30, геймбол. Аут. Аут. Пыталась свечкой отыграться Ксения Лоскутова, доставая в защите мощный мяч, посланный Окамурой. Но немножко ошиблась по длине, в аут улетел мяч. И ровно Окамура сравнивает счет. Вот в этот раз первая подача вновь вовремя пришла на помощь Ксении. И вновь больше на ее подаче. Камура сейчас будет атаковать. Ай-яй-яй-яй-яй. Классическую комбинацию пыталась начертить на корте сейчас японская теннисистка. Первая часть ее, у нее получилось идеально. Мощнейший форхенд по линии с приема продемонстрировала Окамура. И затем оставалось только таким же мощным ударом положить мяч под линию в противоположную сторону. А вот это не удалось. И не без труда, но забирает гейм на своей подаче Ксения Лоскутова. 5-2. Россиянка в одном гейме от того, чтобы сравнять счет в этом матче по сетам. Двадцать шесть лет Ксении крупным планом на ваших экранах. Time. Хочу напомнить нашим телезрителям, что трансляция осуществляется при поддержке букмекерской компании Alimbet. Главный спонсор спортивных эмоций компания 1xbet, конечно же, объявляет о невероятной акции «Квартира для чемпиона». Стань чемпионом и забирай ключи от новой квартиры в центре Алматы вместе с компанией 1xbet. 1xbet – спонсор спортивных эмоций. Есеп 5-2, қазір Лоскутова жақын есепті теннис түрге сет бойынша. Ол үшін тек қана міне бір геймді ұтса жеткілікті. Бірақ егер қатарынан үш геймді Окамура ұтса, онда есептенесе еді. Сол бір гейм тек қана тайбрейкке әкелуге көмектеседі Лоскутованы. Қазір екінші соққы Окамура 8-ші геймде 15-0 есебімен алды да. Out. Oh, 30 love. Басты мақсат Лоскутоваға қазір келесі геймде ұту. Өз геймінде. Өзін соқысын. Отса, онда есеп бізде тенеседі. 2-1 сет.
6-7 аяқталады. Екінші соққа. Аут. Бұл жерде қателесті Ласкутова. 40-0. Акамура өзінің екі ұтқан гейімінде, сол гейім біреуінде 40-0 есебімен ұтқан. Қарсыласына бірде бір ұпайды берген жоқ. Қазір де бермейтін сияқты. 3-1 гейім бол. Екінші соққымен қазір допты ойынға қосады Акамура. Тәуекелге бару керек, есеп айырмасын қысқарту керек, міндетті түрде осы геймді ұту керек. Акамураға, өйткені артқа шегінер жол жоқ. Бірінші сетті ұтты, 6-3 есебімен өте ұнай ұтты, бірақ енді негізгі айналымға шығу үшін қазір тағы бір сет ұту керек. Есеп 40-15, қосарлыған қателік Акамура. Енді қарсыласына қарағанда қосарлыған қателік көп жасамайды. Дегенмен де бұндай қателіктер осындай маңызды ойындарда жасауға болмайды. Қырықта отыз. Егер тағы бір ұпайды тұса. Онда есеп тіпті теңеседі. 40-0 болған бұл геймде. Алайда Акамурын өзі қарсыласын жақындатып қойды. Бесте үшке қысқартты Акамура. Өте жақсы ойнауда. Қазір енді көрейік. Ең маңызды гейм ұтса, екіншісі жалғасады, ұтылса, онда есеп теңеседі. Бірде бір болады сет бойынша. Ксения Ласкутова. Эйстер қайда? Өте көп қосарлаған қателік жасады Ксения осы ойының барысында. Және де қателік. 0-15. Оңайшылықпен берілмейді Акамура Ласкутоваға. Қазір көп еңбектену керек. Міне бірінші соққысы өтті. Бұл жерде аут. Менімше аут. Бірақ бұл шешіммен келіспейді. Ласкутова. Және де 0-30. Қазір енді өте қиын жағдайда тұр Ласкутова. Ұтылса да әрине мүмкіндік болады. Бұл жағдайда абай болу керек.
30-да 15. 15-те 30. Дәлірек айтатын болсақ, қазір. Ласкутова есеп айырмасын қысқартты. Негізі енді өте керемет мүмкіндік қой есепті теңестіруге. Бірақ осындай жағдайда бірінші соққыда көмекке тимейді, келмейді. Өте көп қателік жасауда. Сондықтан қарсыласы да опанай отуда. Осында ұпайларда Акамура. Қазір екінші соққысын қалай қабылдайды екен, меніңше асықпау керек. Өте маңызды ұпай сарапқа салынып жатыр. Осы жерде міне Акамура тамаша. 2-1 брейкпойнт. 15-40. Бірінші сетте брейкпойнттар болды ғой, екінші сетте менше Акамура алғашқы брейкпойнттарына жетті. Орталық кортта Пророжева және Овчаренко арасындағы ойын 2-2 есебімен аяқталды. Чехиялық теннисші 6-2-6-4 есебімен ұтып, міне негізгі айналымға жолдама алған алғашқы теннисші де анықталды. Ал бізде осы айналымға, негізгі айналымға жолдама кім алады? Ол сұрақтың жауабы әзірше ашық. Егер қазір Акамура брейк жасайтын болса, онда екінші сет бізде жалғасады. 4-5 Акамура допты ойынға қосады. Есепті теннисшілер 5-5 жеткізуге болады. Мүмкін тай-брейкті көріп қаламыз. Кім білер? Қателесті Акамура. Бұл жерде енді бэкхенд соққысынан диагональ өткен жоқ, аут. Есеп айырмасы қысқарды. Әлі бір брейкпойнт бар. Ай, бұл жерде еш жоқ. Негізгі көп төрешінің шешімдері Ласкутова қарсы ойнауда. Қазір қараңыздар, кортқа кірді және қателесті Акамура. 2-1 қателік, 2-1 мүмкіндік есепті теңестіруге, және де есеп айырмасы бізде. Есептенесті, 40-40, тен. Ласкутова керемет мүмкіндік қой қазір. Ойында ұтуға. Қайтадан бірінші соққысыз қалып отыр. Қайтадан бірінші соққысы өткен жоқ. Ласкутованың 3-1 брейкпойнтты қазір қолдан алмаса, егер Акамура бұл ұпайды ұтып, онда тіпті міне қараңыздаршы қиын болар. Үшінші брейкпойнт осы геймдегі, 9-шы геймдегі маңызды гейм. Брейкпойнт. Және брейк. Брейк, құрметті көрермендер. Ласкутова 9-шы геймді ұтылып, міне қарсыласына камбэк жасауға мүмкіндік берді. Есеп 4-5, 10-шы геймде допты ойынға қосатын жапониялық теннисші. Великолепный матч мы с вами наблюдаем на первом корте. Давайте посмотрим хайлайты, лучшие моменты. Киоко Акамура на ваших экранах крупным планом.
только что в важнейшем гейме номер 10, прошу прощения, номер 9, Киоко Окамура сделала брейк. Ксения Лоскутова со значительным преимуществом вела во втором сете и была близка к тому, чтобы завершить его в свою пользу. Но, вы знаете, вот так же, кстати, как и вчера, Киоко Окамура демонстрирует способность в нужный момент в игре, в какой-то критический момент в игре, резко добавить. И за счет этого она вчера спокойно довела дело до победы по разу, сделав брейк, резко добавив в своей игре, сделала брейк в первом сете, затем также во втором и спокойно довела дело до победы. И вот это же мы наблюдаем сейчас. При счете 3-5. Подавала на сет Ксения Лоскутова, но в этот момент как раз японка резко добавила и забрала гейм на подаче соперницы Киоко. По-прежнему пока уступает в счете 4-5 во втором сете, но подает Киоко Окамура. 15-0. Ксения Лоскутова в сложнейшую ситуацию поставила себя, но еще далеко не все потеряно для россиянки. Сейчас настоящая проверка, такой серьезный экзамен для Ксении Лоскутовой. Именно на умение чисто психологически правильно проводить критические отрезки в игре. Вот это уже мне нравится. Заводит себя Ксения. Кричит она «Камон!» после ошибки соперницы, выигрывая очко. 15-15. Не хочет мириться Ксения с тем, что утрачено ее преимущество во втором сете. Понимает она, что теперь ее очередь настала уже приложить сверхусилие для того, чтобы остаться в этом матче. Вторая подача Окамуры. Все очень грамотно, спокойно, четко, надежно и точно по месту делала в этом розыгрыше Киоко Окамура. 30-15. Билась, конечно, в защите Ксения Лоскутова, но Окамура инициативу в этом розыгрыше из своих рук не выпустила до самого конца. 30-15. Не идет первая подача у японки. Аплодисменты, дамы и господа, обеим теннисисткам, и Киоко, и Ксения, выдали нам сейчас такой мини-спектакль, и лучше свою роль в нем сыграла Ксения Лоскутова. 30-30.
Хороша Киоко. Важнейший момент в этом матче. Старается не допускать ошибок и играет достаточно мощно и агрессивно. Киоко Окамура. 40-30. Тем не менее, Ксения бьется. Сейчас самое время проявить свой характер для россиянки. А Ксения ошибается на приеме. Пыталась она остро принять по линии с бэкхенда. Немножко в аут. В коридоре опустился мяч. Расстроена Ксения, конечно. Тяжело выдыхает. И ее очередь сейчас подавать. 5-5. Киоко Окамура сравнивает счет во втором сете. Ксения Лоскутова подает. Ноль пятнадцать. Уж больно хороша была атака кроссом с форхенда в исполнении Киоки Окамуры. Еще одна попытка подать первым мячом, потому что касание троса было при выполнении первой. А вот сорвала Ксения свой форхенд. И 0.30. Совсем не кстати. Начала вновь ошибаться Ксения. Не вынуждена. Сейчас хорошая, не сильная, но точная, крученая уходящая подача. Выбивающая соперника с корта удается Ксении. 15-30. По 30. Отдала сама Киоко этот розыгрыш. Все было в ее руках. Очень мощно она пробивала с хавкорта, но в сетку. 30-30. Сравнивает счет. В главном, наверное, гейме в этом матче пока для Ксении Лоскутовой. Первая подача. В этот раз на приеме ошибается Киоко Окамура. 40-30. Молодец, Ксения. Вот как раз то проявление характера, о котором я и говорил. Важнейший момент матча с 0-30 вытащить гейм на своей подаче до 40-30. Ну, теперь важно закончить дело. А Ксения вместо этого вновь с бэкхенда посылает мяч в аут по длине. Ровно. Важно первым мячом подать сейчас россиянке. Не получилось. Хороша. Очень тонко и идеально технически исполнила этот сложный удар Ксения Лоскутова. Больше. Больше.
К сожалению, от троса в аут улетает мяч, что означает, что вторым мячом будет подавать Лоскутова. Вторую подачу Ксении атакует обычно Киоко Окамура. Да, захватывает инициативу вновь японка. И ошибается. Ошибается Киоко Окамура, позволяя Ксении Лоскутовой выйти вперед во втором сете со счетом 6-5. Японская теннисистка будет подавать после короткой паузы. А я напомню нашим телезрителям, что спонсор трансляции 1xbet, спонсор спортивных эмоций, букмекерская компания объявляет о невероятной акции «Квартира для чемпиона». Стань чемпионом и забирай ключи от новой квартиры в центре Алматы вместе с компанией 1xbet, конечно же. И вновь мы слышим «Time», призыв теннисистов занять свои места на корте. Киоко Окамура должна взять сейчас свою подачу и перевести второй сет, исход второго сета в тайбрейк. В противном случае Ксения Лоскутова сравняет счет в этом матче по сетам. Пятнадцать-ноль. За здравие начала этот важный гейм Киоко Окамура. Теперь уже с приема очень мощно атакует Ксения Лоскутова, и это приносит ей успех. 15-15, не готова была к такому приему россиянки Киоко Окамура. Проблема с подбросом мяча у японской теннисистки. Ай-яй-яй-яй, Ксения. От досады с размаху лупит по мячу россиянка. Ну, может быть, это поможет немножко как-то снять какое-то напряжение, что ли, с нее. Потому что ненужную ошибку только что допустила Ксения Лоскутова. 30-15. Окамура повела на своей подаче. Очень глубоко и достаточно быстро сыграла Киоко Окамура. Ксения Лоскутова не справилась в защите. 40-15. Близка Киоко к тому, чтобы перевести исход второго сета в тайбрейк. Аут. По линии обводила Ксения Лоскутова, но с бэкхенда отправила мяч в аут, позволив Киоко Окамуре сравнять счет во втором сете 6-6. Таким образом,
вопрос о том, кто сильнее во втором сете будет решаться у нас на тайбрейке. И первой подавать выходит Ксения Лоскутова. 0-0. Молодец, молодец, Ксения. Очень действовала она разнообразно, тактически в этом розыгрыше. И это принесло ей успех. Завершающий обводящий удар кроссом был великолепен в ее исполнении. 1-0 повела россиянка на тайбрейке. Небольшое психологическое преимущество, конечно же, у японки в этот момент игры. Я помню, она ведет 1-0 по сетам в этом матче. И теоретически имеет право на ошибку, потому что даже если проиграет второй сет японская теннисистка, то третий сет еще будет в ее распоряжении для того, чтобы доказать, что она сильнее в этом матче. Ну, а вот поражение во втором сете будет означать окончание турнира для Ксении Лоскутовой. Поэтому, конечно же, давление сейчас лежит на плечах этой хрупкой, симпатичной россиянки. 1-1. Киоко Окамура подает. Убежала Ксения в другой угол совсем, противоположный от того, куда направила свой смэш Киоко Окамура. 2-1 повела японка на тайбрейке второго сета. Ксения Лоскутова подает. Решилась на выполнение очень сложного элемента в игре, укороченного удара Киоко Окамура. Не смогла она его идеально исполнить. Не долетел мяч до нужной точки. Опустился в сетке на половине корта своей. 2-2. Хороша Окамура. Действует грамотно, тактически, словно по учебнику. И в решающей стадии не ошибается Киоко Окамура. Смэш ее последний был безупречен просто. Не самый простой, кстати, для исполнения. 3-2 японка впереди на тайбрейке.
Ксения добавила резко агрессии и мощи своим ударом, и это привело к ошибке. С форхенда в сетку отправила мяч россиянка. 4-2. На тайбрейке впереди Киоко Окамура. Ксении вновь нужно предпринимать что-то экстраординарное. Вновь нужно прилагать сверхусилия. Вновь нужно вытаскивать этот матч. Сделать это очень непросто, потому что цепко очень держит в своих руках нити этой игры Киоко Окамура сегодня. 4-2. Впереди японка. На подаче она. Аут. Обратный кросс форхенда не получается у Окамуры. Не угадала она с углом атаки. 3-4. Ксения подает. Очень хорош форхенд у Окамуры. Не сбоил он в этом розыгрыше. И именно за счет мощных ударов с форхенда выиграла этот розыгрыш и очередное очко на тайбрейке второго сета Киоко Окамура. 5-3 впереди японка, но на подаче Ксения. Еще одна ее подача. Окамура. 6-3. Киоко Окамура зарабатывает тройной матчбол. Ксения Лоскутова повисла на пальцах, буквально на обрыве скалы под названием BTV Women's 40. Вторая подача Киоки. Три матчбола у японки. Браво, Киоко Окамура. С форхенда отличным, мощным, точным ударом по линии завершает она тайбрейк второго сета. Вместе с ним и матч второго раунда квалификации. И оформляет себе попадание в основную сетку турнира BTV Women's 40. Поздравляем Киоку. Желаем удачи Ксении и ждем следующего поединка. Напомню, спонсор сегодняшней трансляции 1xbet, спонсор спортивных эмоций. Увидимся через несколько минут. Не захотели мы уходить на рекламу, поэтому немножечко еще побуду я с вами, уважаемые телезрители. Смотрим лучшие моменты сегодняшнего матча. Ну и если вы позволите мне высказать свое мнение о том, как сложился сегодняшний поединок,
то я скажу вам так. Киоко Окамура победила абсолютно заслуженно. Она находится на данный момент в более лучшей форме. Она уже разыграна. Она больше играла в этом сезоне. Она свой сезон открыла уже месяц назад. А для Ксении это первый турнир. Мне кажется, это и стало основным фактором. Потому что по игре, в принципе, теннисистки примерно равные. И Ксения сегодня просто больше ошибалась. Но будем надеяться, что войдет в сезон постепенно россиянка и покажет, конечно же, более успешные результаты. А Киоке удачи в продвижении по сетке уже основной BTV Women's 40. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события.